Всем привет, сталкеры! Сегодня будем выполнять квесты у бывшего сталкера. Вот он находится в Любиче. То есть начальные квесты. Короче, в Любиче на вокзале. Вот он, бывший сталкер. Подходим, берем квест. Держи еще 10 монет. Схожу поглядеть на это чудо. Так, вот. Короче, тут вот у меня взялось задание, да, нашествие шакалов, больные лешие. Давайте откроем журнал заданий. Нету, короче, здесь этого задания, вот. Появилось задание «Золото под ногами». По этому квесту, вот, включили лампочку. Короче, по этому квесту нужно обыскать дома в деревушке возле вокзала, собрать детали с трех разбитых телевизоров. Награда за этот квест будет 600 опыта и 50 рублей. Так, все, ребят, идем искать эти дома, эти телевизоры. Так, ребят, вот я, в общем, вот он, вокзал, да. Я вышел с той стороны. Так, давайте глянем, короче. Со стороны домовика, по-моему, я вышел. Вот он, домовик, да. Короче, здесь расклад такой, пацаны, смотрите. На карте все показано, где искать что. Вот он я, да. Вот он телевизор первый. Вот он второй. Вот он третий. Все по карте, короче, здесь показано, все видно. В общем, идем. Просто заходим в дома, смотрим эти ящики. Так, ребят, вот нашел я первый телевизор. Убил здесь этих леших. Вот он. Так, журнал задания обновился. Добавлен предмет радиодетали. Вот. Идем искать дальше второй телевизор. Так, ну все, на карте, да, пропал. Вот оно, где находится второй и третий телевизоры. Так, ребят, вот второй телевизор. Вот здесь я их перебил, домовых, да. А он вот здесь прямо на экране, короче. Вот он, телевизор стоит. Журнал заданий обновился, добавлен предмет радиодетали. Вот две радиодетали. А, прикол такой, вот видите, да, они здесь, короче, раскиданы. Нажимаю вот так вот, раз, и они должно, короче, о, все, да, и оно собралось, например, вот палки сразу собралось в три, вот так вот, да. Радиодетали что-то нифига, короче. Ну, давайте еще раз нажмем. А, ну вот, короче. Медик, коробка медикаментов. Блин, что-то собрал, непонятно что. Все, ладно, ребята, отправляемся за третьим телевизором. Так, вот по карте я уже близко у цели, да? Наверное, вот этот дом. Да, вот он, походу. Да, вот третий телевизор. Забираем с него радиодетали. Так, ну и отправляемся назад. Ой, сколько там собак. Кстати, они здесь не агрятся. Вот смотрите, да, я их, короче, бью. Они не агрятся все. Вам по одной можно перебить спокойно. Что мне здесь нравится. Всех спокойно перебиваешь, собак. Вообще ништяк. Все, ребят, ладно, отправляюсь я к этому бывшему сталкеру или кому там сдавать квест.
Я принес радиодетали. Держи, счастливо. Журнал заданий у нас обновился. Получено 50 рублей, 800 опыта. Выполнено задание «Золото под ногами». Так, ну что, у него есть еще комик-квест? Давайте глянем. Так, а другие урожайные места знаешь? Сейчас посмотрю. Следующее задание мы взяли у него куртка «Бомж» и платяной шкаф. Так, давайте откроем журнал заданий. Вот у нас стоит, появился квест. Найти телогрейку бомжа. Включаем лампочку. Ага. Так, и шкаф, в котором бомж. Платяной шкаф, в котором суть телогрейки, находится в одном из заброшенных домов напротив вокзала. Что, подсказки есть у нас? Нет. Хера тут нету. Ладно, ребят, пойдем искать. Все, в общем, ребята, нашел я этот шкаф, где находится эта куртка. Короче, вот он. Опять же, вот домовик, да, стоит. Вот он. С вокзала выходишь, и вот здесь такая почта. Вот. Берем, короче, левее. Вот так вот пробегаем. И вот этот дом, короче, стоит, да. Вот в этом доме я нашел шкаф. Вот он шкаф, и вот здесь, да, вот находим, взяли мы грязную телогрейку, вы собрали необходимое количество. Вот, добавлен квестовый предмет. Все, идем сдавать квест. Так, ребят, смотрите, вот тут у меня написано, брал я квест у бывшего сталкера, вот у этого типа, а написано отдать телогрейку бомжу. Бомж Петя вот стоит. Я не пойму, кому отдать-то надо, блин. Бомж Вася вон стоит. Давайте попробуем ему издать, бывшим сталкером. Нашел телогрейку. А, ну да, ему и нужно сдавать, ну. Все, держи. Журнал заданий обновился. Получено 800 рублей денег, 600 опыта. Короче, выполнено задание. Давайте посмотрим, есть у него что-нибудь еще. А другие урожайные места, знаешь? Сейчас посмотрю. Так, вы не можете взять задание куртка бомжа. А, ну это ежедневка получается, раз в 12 часов берется. Все, в общем, у него мы задание сделали. В общем, на сегодня, друзья, закончу я, короче, выполнение квестов. В общем, скоро увидимся. Будьте на связи. Всем пока.